The Emperor has been expecting you. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Павла Ларина. Буквально вчера свет увидел трейлер продолжения третьего сезона сериала «Повстанцы». Напомню, что этот сезон мне понравился больше других, поэтому я очень жду его продолжения. Кстати, к слову сказать, что мой хороший друг по имени Погас уже, наверное, сделал обзор этого трейлера на своем канале, и поэтому я бы хотел вам предложить посмотреть его обзор после просмотра данного трейлера, а также подписаться на его канал, ведь у него всегда можно найти что-то интересное. Ссылка, как всегда, в описании. Ну а мы начинаем. Это мастер джедай Оби-Ван Кеноби. Кейнан. Джедаев. Что же, это мастер джедай Оби-Ван Кеноби. Это сообщение, предупреждение для всех выживших джедаев. Тьма надвигается. Это предупреждение. Империя прячет что-то важное. Мы разберемся с этим. Они не могут держать это в секрете вечно. Я лишь надеюсь, что не будет слишком поздно. У этих повстанцев теперь есть шпион. Они зовут его точкой опоры. Мы создаем альянс. Это наше восстание. Это первая в нашем деле скоординированная атака множественных ячеек. Они раскрыли свою слабую оборону. Именно этого момента я и ждал. Добро пожаловать домой. Я должна их предупредить, чтобы они нас не подстрелили. Ха, это ж смешно. Стоп, ты не шутишь? Ваши друзья-повстанцы собираются накликать империю на всех нас. Если ты можешь убедить свою мать помочь повстанцам, весь Мандалор последует за тобой и темным мечом. Как только люди узнают, что он у тебя есть, кто-то бросит тебе вызов. Тебе нужно использовать все свои навыки вместе. Я сражаюсь за вас и за всех остальных, не для того, чтобы все потеряли все. Мои друзья делают невозможное. Возможно. Давай, загремим жестянками. Мы покажем галактике, что случается с теми, кто смеет говорить против воли императора. Если только я не помогу. Мы никогда не сдадимся вам, Траун. Я не принимаю сдающихся. Мне стоит разрядить обстановку, уничтожив вас. Ты не в том месте. Спасибо, что уделили время просмотру этого видео. Если оно вам понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Я всегда буду рад видеть тебя в моей группе ВК и на моих стримах. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила. Всегда.